Всем привет! На телеканале НТВ 2 сентября стартует новый сезон сериала «Тверская. Любой ценой». Серии будут выходить с понедельника по пятницу по 2 серии в день. Всего в сезоне 20 серий. Если вы планируете смотреть данный сериал, ставьте лайк под видео, пишите свои мысли в комментариях. Во втором сезоне майор Соболев продолжает противостояние с виновниками гибели его родителей, который выходит на новый уровень. Главный враг героя Сергей Неретин при деятельном участии майора Соболева лишается бизнеса и теряет свободу. Позднее он предлагает Ивану на время заключить перемирие. Объединение сил необходимо, чтобы устранить общего врага – бизнесмена Ивана Лепранди. Помимо основной предпринимательской деятельности, этот человек торгует оружием и является членом международного наркокартеля. Для решения глобальной задачи два заклятых врага оказываются в одной упряжке. То ли в Соболева, то ли в даму его сердца Луизу стреляет неизвестный киллер. После неудачного покушения злоумышленник погибает. Теперь главному герою необходимо расследовать это преступление, ведь он рассчитывает таким образом выйти на заказчика, организовавшего покушение на него или Луизу. И еще одно задание, крайне важное для Соболева – поиски злоумышленника, который заказал убийство криминального авторитета Папанина, известного по кличке Отец. Этот воровской лидер сыграл далеко не последнюю роль в судьбе героя еще в Новосибирске. Он оказывал помощь в поисках убийц родителей Ивана, а также способствовал его продвижению по службе. Искать того, кто отправил на тот свет отца, Соболеву помогает Ящер, новый хозяин, воцарившийся на троне преступного мира. Теперь он главный информатор майора, сообщающий, что происходит в стане бандитов. Несмотря на необходимость решить серьезные задачи личного характера, Иван не забывает и о своей профессиональной деятельности. Он продолжает успешно управлять убойным отделом Тверского ОВД и раскрывать лихо закрученные дела. Помимо насыщенных трудовых будней, некоторых героев ожидают перемены в делах сердечных. Иван Соболев продолжит строить высокие отношения с адвокатом Луизой и по-прежнему будет защищать ее от преследований и преступного мира. Если вам нравится данный сериал, ставьте лайк под видео, пишите свои мысли в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить обзоры новых серий. Приятного просмотра!